проводим испытание еще одного глубинного металлоискателя Кащея 25К. Как видим, издает сигнал. Включаем отстройку прибора. Тест будем проводить в грунте на металлической пластине 40 сантиметров на 20 и на пластине из титана размером 4 сантиметра на 15-18. В предыдущем испытании видеоролике мы проводили испытания с металлоискателем ТМ-808. На этом же самом месте сигналы были очень-очень нечеткие. Сейчас новинка от фирмы Кащей, которая теперь получила импульсный режим. Естественно, мы не могли не воспользоваться возможностью испытать глубинную рамку. Прибор, как видите, нажатием одной кнопки отстраивается. Порог мы выставляем 9, небольшая глубина, это средняя, хотя и можем добавить. Получается, ток у нас 2,22 в данном случае выставлен. Пробуем. Прибор молчит. Ставим его краешком по центру среза, которого мы сделали. Выставляем прибор, делаем сброс. Как видим, вот у нас наша катушка получается. Дальше здесь где-то на расстоянии приблизительно 1,40 м срез один и второй. Первый срез вот под этот металлический объект. В данном случае это у нас пластинка с нержавейки. Прибор, как слышите, молчит. Вот у нас катушка, изредка издавая ложные сигналы. Подносим. Слышим четкий сигнал. Замолчала. Издает сигнал. Дальше отлаживаем пластину с нержавейки в сторону. Успокаиваем прибор. Одним нажатием кнопки вот переставляем его вот сюда. В данном случае здесь у нас цель, получается, будет пластинка из титана. Как видите, приблизительно где-то на 3 пальца толщиной. Прибор молчит. Пробуем фотоаппарат. Есть реакция. Теперь пробуем титановую пластинку. Но глубина где-то приблизительно, если по нижнему краю, сантиметров 50-60. Прибор молчит. Берем пластину. Как видим, в самом верху реакция есть. Ниже то же самое.
замолкает. Это титановая пластинка. Около полуметра. Молчит. Берем. Вот вам сигнал. То есть, грубо проверяем металлоискатель, что по воздуху, что по земле. Практически импульсники выдают те же самые характеристики. Теперь, пожалуй, попробуем еще раз проверить тест. Непосредственно сделаем вот на эту пластину. Засовываем. Отводим прибор в сторону, успокаиваем, от помех отстроились, идем. Как видим, четкий сильный сигнал. Здесь у нас молчит, здесь у нас сигнал. Оставляем на металле металлоискатель. Вот вам и металлоискатель Кощей 25К. Металлическая пластина 40 на 25. Около 1,30 м в грунте. Металлическая пластина из титана где-то сантиметра 4, непосредственно на 18, берет полметра, возможно и больше, дальше не пробовали. Еще для примера можно попробовать металлическую лопату, прибор, катушка, пробуем. Вот лопату в данном случае не достает. По какой причине, непонятно. Вот здесь берет. А здесь критически не видит. Ну, и глубина, естественно. Так что вам было понятно, какая глубина. Можем приставить. Возьмем лопату. Ну, где-то около лопаты. Это лопата 1,35 м. Всем спасибо за внимание. Следующий наш металлоискатель – это Fisher G-Mini 3. А это был Кощей 25К с глубиной рамкой 65 см.